Вот уже 2 года музейный педагог Виктор Воронкин пытается запустить в нашем городе необычный образовательный проект. Изучение истории родного края не по учебникам и художественной литературе, а в развлекательном ключе. Для реализации идеи необходимо подходящее помещение, которое можно было бы арендовать на льготных условиях. Мы базируемся в гаражах, снимаем сейчас 5 гаражей. Там находится вся материально-техническая база, все, что мы делаем руками, мы делаем там. Хотя мы могли бы, конечно же, это все наши знания, там, керамику, каллиграфию, качество, у нас есть графический ткацкий станок. Мы могли бы все это организовать как конструктивный досуг и сделать такой своего рода дом культуры с историческим уклоном. На призыв о помощи откликнулась неравнодушная к социальным проблемам депутат Государственной Думы Оксана Пушкина. Она предложила нам написать письмо на Иваново и рассматривать не только Одинцово, но еще и округ в целом. Ну, посмотрим, что с этим делать. Надеюсь, у нас наша ситуация разрешится в положительную сторону. К Оксане обращаются и с другими, как она говорит, тяжелыми историями. К таким относится и наболевшая тема «Дети раздоров». Бабушка пришла, переживает за внучку. Отец развелся с ее дочерью, с девочкина мама. Девочка 15 лет, в очень тяжелом психологическом состоянии из-за развода. А папа стал ее еще и травить в соцсетях. Поэтому ситуация очень сложная. Как раз девочка сейчас у психолога. Бабушка плачет, не может слова подобрать, как эту всю ситуацию объяснить. Поэтому будем разбираться. Были также обращения по вопросу растраты денежных средств, собранных на капитальный ремонт. С такой проблемой жители пришли к Оксане Викторовне уже не в первый раз. Этот вопрос у нее на контроле. Через правоохранительные органы и другие структуры она пытается воздействовать на подрядчика и вернуть жителям потраченные средства. Значит, если сколько времени прошло? Посмотри. Значит, если сейчас нет уведомления, вот что мы можем делать, мы можем дергать без конца, но на законных основаниях. Команда Оксаны Пушкиной работает в режиме нон-стоп. На ее электронную почту и страницы в соцсетях ежедневно приходит множество сообщений. Причем люди пишут со всей страны. Оксана Викторовна старается содействовать решению их проблем по мере сил и возможностей. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».